Аномальная жара лета 2021 года не собирается отступать. Сейчас узнаем у волгодонцев, как они спасаются от этой жары. Купаемся в бассейне. Ну, если дома, то сходить, конечно же, в душ. Пиво холодное. А как деревья вырезают, вас интересует? Для того, чтобы жары было больше, сволочи бы все. Квас холодный, на речку надо ездить, полотенце сырое на себя тоже. Говорят, что это вот вообще на ближайшее десятилетие, это вот прям аномальная жара, это будет все больше и больше изменяться в сторону жары. Мы, люди, выживаем как можем. Соответственно, каждый приспосабливается к той погоде, которая есть каждый год. Дома под кондиционером спасаемся. В советские времена простынь мочили, знаю, только так вечером спали, когда так. Сейчас новые технологии. Вентилятор, душ, все. Сплита дома нету, поэтому только вода и спасает. Можно закутаться в простынку, и тогда уже не так стыдно перед своими котами.